Доброго всего времени суток, с вами Тексер. И продолжаем играть в Good Company. Запустим в продажу нашу новую приставку Nintendo, которая сменит Super Tetris, который хоть и обладал звуком, но он обладал хреновым звуком, у него был зуммер. А тут у нас есть монофонический динамик. Согласитесь, это шаг вперед. Итак, что нам для этого надо? Нам нужно, собственно, динамик. А, кстати, чем он отличается? Батарейка серая, корпус пластиковый. Корпус пластиковый, батарейка красная. Логическая схема. То есть, собственно, вот из этого только корпус и матрица светодиодная. Вы представляете, игровая приставка на светодиодных матрицах. Ну, я не знаю, во что там кроме змейки можно играть. Но это так. Так, она делается из одноячеечной батареи, химикатов, пластиковых деталей. Ага, значит, нужно производство одноячеечной батареи. Черт, у меня плохие новости для этой банды. Так, как тебя отменить-то? Давай, на динамик переключись. И буксуй. А в этом доблестном... как его назвать-то? Цеху? Похоже, станет только один вот такой стол, а второй не будет работать. А, ну что ж. Вообще удобнее сверху вниз действовать, да? Я не хочу уносить отсюда столы выкидывать. Снизу вверх. Ладно. Давайте думать. Вообще, по-хорошему тут продать все и собрать заново, но это бред. Пластиковый корпус не трогаем, сведенную матрицу не трогаем. Зуммер. Зуммер делается с монтажной схемой пластиковых деталей, ага. А это из химиката. Стоп, какой Супер Тетрис? Издеваетесь. Батарейка. Значит, первым у нас производится одноячеечная батарея. Вот эти тоже понадобятся, ребята. Куда без них-то? У нас пока собирает вот этот стол. То есть у нас остатки есть. Пусть фигачит. Что из имеющегося нам не нужно? Нам вот это не нужно. А, сейчас он закончит сейчас. Вот так. Постой, подумай над своим поведением. Так, это вот этот. А этот что? А этот мы... перепрофилируем тоже. Одноячеечная батарея, а? Так, и понес туда. Тут орел, конечно. Мне кажется, фигня будет. Во-первых, я не хочу производство этих супер тетрисов заканчивать. А мне придется. Все, все встали. Короче, люди, вы все уволены. Вот так будет, по-моему, лучше всего. Я их сейчас всех прогоню. Без них налажу. Да, мы по деньгам сейчас пролетим. Стоять, стоять, стоять. Иди в пень. Тебе ничего не надо. Кто еще работает? Ты работаешь. Не работай. Ты. Не работай. Ты. Не работай. Кто еще? Ты, переживающий за батарейки, не работай. Идите пока курите все. Все курите. Чего вы тут стоите? Все курить. Так. Так. Кто еще остался? Все? Вот идет с коробкой. Иди отсюда с коробкой. Ты принесла последний тетрис, ты молодец. Ходи отсюда, все. Всех? Вроде всех. Так. Погнали. Во-первых, вот этот станок. Один. Нам не нужен. Мы его уберем. И мы его уберем. Вообще логично вот этот, наверное, убрать. Да, давайте вот этот уберем. Так. Надо освободить место. Итак. Ой, блин. Непросто. Ой, непросто. Так, пластиковый корпус. С этим у нас все проще. Вот у нас производится простой корпус. Вот у нас производится пластиковый корпус. С этим все без проблем. Эту мы веточку оставляем. Мы просто человека оттуда убрали.
Так. Что-то я торможу прям. Матрицы. Нам столько матриц не нужно. У нас будет одна приставонька. А вот этот станок делает матрицу раз в 10 минут, 10 секунд. Так, а ты что делаешь? Так, ты делаешь пластиковый корпус. Ты делаешь матрицу одну. Хорошо. Корпус и матрица, матрица, корпус, все. Так. Тебе нужен зуммер, черт возьми. Зуммер делается на электромонтажном столе. Ладно. Нам может не хватить. У меня тут не так много дублированного. Ну, согласись, вот этот должен делать батарейки, да? А вот этот делает из них хорошие батарейки. А как мне это разместить? Еще люди суетятся, мешаются. Так, давайте двигать. Логистика, нет, давайте двигать, 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 двигать. Логистика, изготовление, сборка, переместить, вот. Ну, вот так. Так, что у нас? А какого хрен ты там не ставишься? Ты сам себе мешаешь? Давайте вот так туда. Что с ним? Вот, все, вот он встал. Отлично, молодец. Тут явно стало свободнее. Так, вот эти стеллажи. На них много разного, черт, паузнись. Я ж могу на паузе работать? Я могу на паузе работать. Просто, видите, мы по баблищу сразу просели. Там 1000. Я понимаю, что у меня 90 тысяч денег, но знаете, богат не тот, у кого 90 тысяч денег, а тот, кто их не тратит. Так, а нам нужен выход отсюда. Продолжаем двигать. Вот так, выход есть, отлично. Далее, вот эти ребята. Мы их подвинем сюда. Да, будет немножко тесно, наверное. Так, вот сюда можно воткнуть стол. Стеллажи. Вот эти стеллажи не нужны. На них дофига всего, я понимаю, но они не нужны. По последней моде мы перейдем на освободить. Да что ж ты, как? Воткнуть логистику? Или как? Что все это вынести отсюда, да? Черт, вот это проблема. Потому что я сюда логистику не воткну. Настолько. Как думаете, тут можно пройти? Ну, как бы оно намекает, что да, но мы-то знаем, что нет. Окей. Так. Ну и чё? Попытаемся? Попытаемся. Логистический пункт. Вот так. Погнали. Что из этого нам куда надо? Пластиковые корпуса. А вот сюда. Логистика. Вот так. Так, это то, что реально тут есть, да? Пластиковый корпус. Так, туда. Простой корпус. Мне кажется, тут места не хватит. А, простой корпус. Давайте вот тут поставим стеллажик еще. Угловой? Какого черта угловой? Малый.
Так, снова логистика иди сюда. Простой корпус. Далее. Здесь у нас делают матрицы. Их тоже сюда. Вот этой батарейки. Пень. А вот это. Даже не знаю. Сюда, наверное. Да, сюда. Там, правда, дофига. Знаете что, давайте мы все продадим нафиг отсюда. Вот и все. 30 зумеров в продажу. Вот так как-то, да? Отсюда. Электронные компоненты. Что вы тут делаете? Все в пень. Просто все в пень. Это тоже просто освобождаем тупо. Вообще не паримся по этому поводу, освобождаем. Я понимаю, что, возможно, пожалею о зумерах, но... Так, пауза, стой. Займись Манесом. Давай. Я думаю, он справится. Так. Понес? Да, он единственный, кто работает, кстати. Давай, давай, носи. Мне нужны пустые стеллажи. Хорошо, мы проваливаемся по деньгам, а мы проваливаемся по деньгам. Мне нужны пустые стеллажи. Так, что у нас тут? Тут у нас будут лежать простые корпуса и сведенный массив. Ну, то есть полуфабрикат вот для этого товарища и для этого товарища. Я не думаю, что в таком маленьком коллективе нужны логисты. Поэтому сейчас он разгребет, и мы побрем дальше. Так. Логистика есть? Ну, такое себе. Так. Вот сюда. Взял пластик, унес. Вы. Взяли детали, унесли сюда. Вот так. Двое в одну. Ну, наверное. Как раз получится матрица. Мне кажется, так будет хорошо. Крутимся. Ну, он носит. Ну, там еще много. Давай, еще 6 батареек. И мы сделаем, что нахрен. Это наше темное прошлое, такие стеллажи. Это не актуально. Тут что? О, а ты эти зумеры унесешь, и тоже будет тишина и покой. А потом мы снесем твое рабочее место. А чего бы и нет? Хотя, вы знаете, он мог бы довольно много делать. Потому что его зона охватывает почти все. Давайте мы его пока оставим. Ай ты. Ну чего, еще не все, что ли? Что у тебя есть? Вот это у тебя есть. Давай туда. Уноси давай. Ну, давай, 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 давай. Уноси. Чувак, я хочу этот стеллаж уничтожить. Уноси его оттуда. Он в зоне действия, что не так? А, там только 30 умещается, я понял. Так, ладно. Ну, только одна ячейка, как бы. Две ячейки нельзя. Так, все курят бамбук. С корпусами, с этими, ясно. Я уже который раз повторяюсь, да? Одноячеечная батарея. Да молчите вы. Чё, стоп, у нас что-то исследовали. Корпус с окошком, здорово. Поузнитесь, а? Корпус с окошком. Что бы это ни было, корпус с окошком, это, наверное, здорово.
модулям связи нам не надо, датчик яркости тоже, наверное, не надо. Вентилятор, давайте, а то у нас некоторые агрегаты греются. Так, хорошо. А мы продолжим обдумывать, что ж тут хорошего думаю. А, унес, все, молодчинка. Молодчинка. Кыш. Так. Теперь еще. Батарейка. Еще ты делаешь? Из химикатов. В чистую. Что не так-то? Батарейка, химикаты, да. Так, вот тут у вас где-то надо воткнуть стеллаж. Наверное, вот здесь. Да, хороший такой стеллажик. Логистика. Сюда батареечки. А отсюда батареечки пойдут сюда. А что туда еще нужно? Туда еще нужен пластик. И химикаты. И у нас получится красная батареечка. Красная батареечка пойдет вот сюда. Тут есть корпуса, есть красные батареечки. И есть матрицы. Вот. Красная батареечка, корпуса, матрица. Нам нужна логическая схема и зуммер. Он делается... Нет, монодинамик. Он делается из зуммера, шурупа, черт возьми. И пластика. А незадействованных столов нету. Возможно, нам нужно вот этот один стол выжать. А, давайте посмотрим. Следующее. Стеллажи. Базовое изготовление. Это химический стол. Он делает светодиодную матрицу. Да, матрица, массив делаются одинаково. Соответственно, один стол можно продавать. Допустим, вот этот. Нам будут нужны зуммеры. Зуммеры мы делаем на электромонтажном столе. Потому что быстро. Есть зуммер. Зуммер мы кладем сюда. Стоим бы. Зуммер мы кладем сюда. Что ты пищишь? У тебя зуммеров пока нет. А, тут много всякого. Слушай, а что тут химия делает? Секунду, у тебя реально тут лежит химия? Нет. Так. В пень. В пень. В пень. Батарейки, да. Пластиковые детали, да. Зеленая хрень, да. Вот так. И сюда. Пластик. Пластик это вот отсюда. Шурупы. А, я бы шурупами туда занялся. Для этого надо тут стол освободить. Мы его переместим. Вот так. Ну, будут ходить немножко, ну ладно. Шурупы. Шурупы делаются из стержней. Стержни делаются очень быстро. Поэтому стержни мы будем делать вот так вот, на таком столе. Ёлки, куда бы тебя воткнуть-то, ты собака такая страшная. Вот оно место-то и кончилось. Ну, сюда я один поставлю стол, а второй-то я куда воткну? Ладно, давайте. Мы еще где-то второй такой ставить. Вернее, не такой, а базовый. То есть вот так можно. Но как тут будут ходить? А что, серьезно, могу вот так перекрыть? Как тут будут ходить те, кто стеллажам, я вообще теряюсь в догадках. Но можно. Поставили. Так, тут делают стержни. Тут делают крепежи. Что тебе еще нужно? Чудище ты болотное. Логическая схема.
Из простой схемы я тут не воткну. Нет, реально я не воткну. Слушайте, этот цех мал. Давайте попытаемся. Я просто сейчас все уберу. Я, возможно, теряю по деньгам. Нет, не теряю, их обратно приобретаю. Так. Логистика. Так. Тудой. Тудой. Все нафиг. Так, он работает. Прекрасно. Мы продадим эти нафиг все верстаки. И начнем заново, потому что это, ну, это невозможно. Итак, мы будем собирать финалочку. Сварочный стол. Базовая сборка. Сборочный стол. Вот так. Бульдозер, иди сюда. Да, это мы тоже подадим. Все. Сборочный стол. Давайте пойдем от конца. Он собирает Nintendo. Ему нужны светодиодные матрицы. А ему нужны... все вот эти хреновины. Светодиодные матрицы. Светодиодные матрицы у нас делаются быстрее всего из светодиодного массива на химическом столе. Химический стол, иди сюда. Бум. Так, ты делаешь Nintendo. Ты делаешь светодиодные матрицы. Светодиодные матрицы делаются, опять же, на химическом столе. Из светодиодных вот маленьких матриц. Бум. Ты делаешь вот это. Идем дальше. С матрицами все? Ты делаешь их из компонентов чисто, да? Да. Далее. Корпуса. Корпуса. Корпус нужен. Пластиковый. Пластиковый корпус делается из простого. 0,27 пойдет. Надо будет делать простые корпуса, это все будет рядом, черт возьми. Простой корпус, 0,27. Пум. Пластиковый корпус. А давайте мы вас поучнем, потому что у меня у нас денег мало. Нет, они идут деньги на самом деле. Просто мимо меня проходит все. Это плохо. Так. Идем дальше по кругу, потому что в центре у нас, видимо, будет какое-то другое уже построение. Дальше у нас батарейки. Батарейки делаются на химическом столе. И у нас все входы закрыты, один вход надо оставить. На химическом же столе у нас делаются одноразовые батарейки, вот эти маленькие. И красный на нем же. Так, хорошо. Это батарейки. Что у нас еще остается? Зуммер и логическая схема. Зуммер делается... ой, динамик делается из, черт возьми, зуммера и крепежа. А здесь простой схемы. Хреново. Химический стол. Нет. Электромонтажный, я думаю, да? Да. Раз схема, два схема. Ты делаешь логическую схему. Ты делаешь... ты не человек. Ты делаешь простую схему. Соответственно, нам нужно два верстака, которые делают пластиковые детали. И зеленые детали. И с этим можно сильно не торопиться. Вот они вот тут будут стоять. Один делает зелень, один делает рыжесть. Далее. Нам нужно кто-то, кто будет производить шурупы и стержни.
Сюда будет нелегко пройти. А надо ли им сюда ходить? Ну, как-то да, надо, да. Давайте вот так. Ты, допустим, делаешь стержни, ты делаешь из них шурупы. Куда вы их при этом носите? Тайно покрытым раком. Нет, попроще стеллажик вот такой. Ну, у этого-то понятно. Но он один его сюда и кладет. Так. Няйс, да? А нам еще где-то размещать производство звука. Звук. Электромонтажный стол. Зуммер. И монодинамик. Вот так. Не спрашивайте меня при этом, где будут стеллажи. Я сам пока этого не знаю. Похоже, нигде. Зуммер. Из барахла. Динамик. С крепежом. Вот. Теперь во все это нам надо как-то втиснуть верстаки. Ой, не верстаки, стеллажи. Жопа в том, что малый стеллаж имеет всего 6 ячеек. Всего 6, блин. Вот так. Ну и вот так, поскольку сюда все равно не подойти никому. Давайте вот тут еще один. А вот тут можно, поскольку сюда никто не подойдет. Но и он не пройдет. Вот там круг этот. А ему за химией ходить. Ну, как-то вот так еще можно, вот как-то умудриться, да? И, в принципе, если сюда еще логиста воткну, будет вообще офигенно. Ну, вот логист нам вот тут некуда. Для башенки логиста тут, в принципе, места нет. Так что ребята будут носить все сами. Я серьезно, я никуда не могу логиста воткнуть. А есть, но вот сюда можно. Вот они захватывают вот эти верстаки. А надо бы. Вот сюда можно. Но за пластиком этим ребятам придется ходить самим. Так, сейчас погодите. Как это бы лучше? Вот тут очень хорошее место для логиста. Прям вот улет. Так, мы вот это вот возьмем и уничтожим. Так, а сюда поставим логиста. О, конвейеры есть. Здорово, но это в большом цеху надо. Так, смотрим. Логист охватывает все? Да, логист охватывает все. И черт возьми, на продажу нельзя подойти. Вот сюда. То есть вот это тоже надо убирать. Малый стеллаж вообще был не в кассу. Нам нужен подход вот сюда. Ну вот как-то так. Знаю, что выглядит фигово, ну. Так, я все задал. Ну вот вроде да, вроде все. Погнали. Сборочный. А ей не надо. Она сама будет относить.
сдвинься. Ей будут сюда подавать, она будет сюда относить. Да. Точно. Блин, это все сложно. Блин, полчаса уже сижу. У-у-у. Так, логистика. Логистика – дело суровое. Берешь. А у вас тут стеллажей нету. А надо бы. Потому что человек с шурупом, он должен быть со стеллажом. Но место стеллажа занято. Вот сюда поставить. Вот, обносить вокруг. Мне очень удобно. Вот сюда. Да, пожалуй. Так. Отлично. Продолжим. Сюда. Отсюда, сюда. Обратно. Шурупы. Это у нас прошла линия шурупы. Шурупы – это звуковые карты. Ты у нас делаешь... а ты делаешь из шурупов. Из шурупов. Тебе туда нужно принести шурупы и зуммеры. Давайте вот сюда. Шурупы. Сюда. Зуммеры. И тебе еще нужен пластик. И ты за ним сам не пойдешь. Вот так. Сюда. И вот сюда. Ты. Тебе нужен... Нужна зелень и оранжевость, и детали. Окей. Детали. А зелень и оранжевость мы стаскиваем вот на этот верстак. Вот он. И сюда. Ты делаешься из пластика. А ты делаешься... из металла и пластика. Вот, с этим разобрались. Так, тут лежат эти детали. Теперь химический стол. Нет логистических, нет чего логистических ячеек. Ты что делаешь-то? Ты делаешь у нас не то, ты делаешь. Ты делаешь вот эти матрицы, а ты делаешь вот эти матрицы. Вот, вот эти я говорю, да, эти. Это я один тоже пощелкал, да? Вот. Вот, все. Итак, ты делаешь из чего? Тебе нужны просто детали. Окей. Детали мы несем тоже на этот стол. Сюда. 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 Детали тут есть, зеленые тут есть. Тут тоже, кстати, они есть. И сюда. Отлично. Вроде тоже завязали. Вот тут всего две детали пока. Откуда оно здесь, я не знаю. Да, тут просто пластик. Да. Вот так. Угу.
Дальше. Базовый верстак. Простой, из пластика. Ну, корпуса у нас успевают. Сюда, сюда, сюда. Пластик тоже сюда. Полученный корпус вот сюда. Смог. Батарейки. Из химикатов. Сюда идут химикаты. Сюда. 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 Туда нужно еще химикатов и красного пластика. Здорово. Сложили. И это должно уехать вот сюда. Мне кажется, производство будет очень медленным. Детали и зелености. Красности. Зелености. Туда тоже. Да. Детали. Что такое? Соединений немного. Не, пока нормально. Так, собрали. Куда мы его положим? Туда уже не лезет. Отсюда что-то надо убрать. Химию, я думаю, уберем. Сам сходишь. Сюда. Зуммер. Оттуда сюда. Так, красный сюда. Детали. Детали сюда. Живем. И вывод вот сюда. И черт возьми, далеко. Я сюда не могу ничего положить, тут уже 6 деталей есть. Единственное, химия, 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 химия. Тут химия, тут не химия. Химия вот тут. Вот с этим надо разобраться. Тут 6 мало. Хорошо бы еще ячейку. Сюда что-то надо, не надо что-то класть. Кому нужна зеленая плата? Вот этому нужна зеленая плата. Отсюда идти, конечно, далеко. Кому нужен красный пластик? Вот этому. Опять же, идти туда. Ну, тоже не быстро. Ну хорошо, давайте так. Давайте считать, что у нас получилось. Да. Так, игра что-то потянула в бок. Не знаю, что это обтянуло. Так, хорошо. Тощий. Ты логист. Толстый, ты сам напросился, ты стоишь тут. Леди. Шурупы. Другая. Сюда. Так, бабка. Ты традиционно. Чё там не так? А, тебе ничего не сделали. На. Так, так. Наслаждайся. Так. Ну, они побежали, пусть бегают уже. Я их сейчас просто назначать буду в разные места. А вы шуршите. Это я, блин. Иди отсюда. Иди работай. О, ты, кстати, пришел, мы тебя припашем. Вот за этим столом никто еще не работает. Кто еще бамбук курит? Желтая, давай. Батареечками займись. Мне кажется, народу стало больше, да? Ну, не стало больше, нужно больше народу.
Так, вот этот еще курит. Кто еще курит? Все? Вот там кто-то курит. Стой. За зеленый стол тебе. Еще есть курильщики? Вроде все. Дальше надо нанимать. А что, логиста нет? Гоните. Два логиста. Нет, два логиста мне не надо. Может и надо, но не сейчас. Туда. Нанять еще одного хмыря. Где хмырь? Где нанятый хмырь? Вот он. А, ну мне его не надо. Так. Нанимаем еще. Сюда. Нанимаем еще. Сюда. Кажется, все. Мы провалились по минус, в минуса, потому что мы сейчас наняли очень много народу. Но мы с ним что-нибудь сделаем. Бабка ходит. Того нет, всего нет, ничего нет. Иди на свое рабочее место, зараза. Сейчас попробуем наполнить. Так, ты откуда? Кто ты, где твой рабочий стол? Слушайте, за каким электромонтажным столом она работает? Вот это сложно понять, да? Но она мучается. Я просто не вижу ее электромонтажного стола. Электромонтажный стол, где он? Вот этот, вот он, да. А что доходит? Страдает. Так, ты берешь детали, а что ты еще берешь, непонятно. Вот так, наверное. Вот, и бери. Так, бабки не хватает музыки, бабки не хватает логических плат. Все фигачат, там кто-то мучается. Вот этот. Ему что-то не хватает. Нет, все, хватило, ушел, да? Хватило, ушел. Кому не хватает пластика? Пластиковые детали. Тут не хватает пластиковых деталей, тут не нужны. Вот кто там стоит? Тебе пластиковых деталей не хватает, да? Да. У тебя все есть. А он мучится. Я не понял. Почему? Так, вот этого нету? Электронных компонентов у тебя нету, да? Есть. Что тут? А, сюда не принесли пластик. Всего секунду, я понял. Хорошо. Я думаю, логист сейчас займется. Возможно, я найму даже второго логиста сюда. Хоп. Занесли пластика. Занесли детали. Все, да. Все, дед пошел. Отлично. Ну, вот так. Но это потолок для данной комнаты. То есть, еще один верстак, я сюда не втисну. Фу, это было тяжело.
Так, ну смотрите, все работают. Там за столом немножко непонятно, что происходит вот за этим. Человек там работает, человек работает. Батареечек-то нету, да? Так. Смотрим за этим хмырем внимательно. Он принес батареечки. Кто работает за этим столом? Вот такая тетка работает. Тетка взяла батареек. И пошла к себе на стол делать. Отлично. Ну, в принципе, работают. Да. Я бы, конечно, не туда батареек занес. Вот тут много свободного места. Хотя через нее проходит одна ячеечная батарея. Нет, не проходит. Давайте логистику посмотрим. Ни хрена она через нее не проходит. А вот это нам нужно что? Батареям нужны химикаты. Далеко ходить не надо. Давайте занесем химикат сюда. И отсюда, вот сюда. Чтобы она далеко не ходила. Это будет лучше. Она, конечно, несет в результате сюда. Так, тебе химикатов нет. У тебя сейчас логист поможет. Вон тот еще логист набрал химикатов, пошел. Вот. Ну, нормально вроде. И они стаскивают к ней сюда, все. Хотя можно было бы логиста припахать, но есть проблема, вот тут все заполнено. Вот тут не все заполнено, тут две ячейки есть. Но тут пройти всего ничего. Так, что-то зумеры у нас проседают, да? А где бабка с этого стола? А, она скучает, понятно. Все есть. Забрала. Немножко вот этот товарищ, наверное, проскакивает, да? Ну, у него короткий поход. У тебя? У тебя вообще фигня. По идее, вы должны быстро производить. 98 прибыли. Офигеть. Ну, это мои крутые приставки еще не пошли в серию. Так. На самом деле, я по времени немного просрамши. Давайте поглянем, что там на рынке у нас, на самом деле. Бабкин счет. Да, мне говорили, убирай в архив. Я убираю в архив, но здесь они все равно останутся, потому что это моя история. Это мои продажи. Так, Nintendo. Три штуки. Ну, вот. Высшая вообще. Так, это держится. Калькулятор тоже пока держится. Ну, мы, наверное, будем до следующего мы будем докапываться до робота. У нас там вентилятор. Как это, батарейку упер? О, упиральщик батареек, скажи. А там народ не страдает от того, что ты их прешь? Так, это ученый стоит, скучает. Тут, кстати, тоже кажется, что вот места много, на самом деле нифига не могу. Вот сюда столик воткнуть и все. Это вряд ли. Так, что калькуляторов-то мало делает, скажите мне. Они эффективные. Тебе плат нету. Несут. Куда-то. Тут тоже, видите, тут логистика хреновая. Тут стеллажи стоят не там, где надо. И когда буду делать следующие калькуляторы, я это дело все перешуршу. Потому что это... Вот все ходят сюда, это неправильно. Должны рядом стеллажи стоять. Это надо будет переделать логистику. Так, приставочки есть. Вот наш самый зверский цех. Что творится? Так, стоят у этих переполнения.
Этим зелености не хватает. Тетка, ты что делаешь? Тебе плат не хватает. Соглашусь. Ты где работаешь? А, вот ты. Хорошо. У тебя все тут. То есть тебе не принесли. Понятно. А кто туда носит? Вот несет. Стоять. Ты работаешь за столом и носишь туда сама, понятно. И, наверное, не успевает, да? Но ей можно стол сменить на более быстрый. Потому что, видите, туда принесли и... Уже все разобрано и уже еще надо. Она еще не отнесла, вот она вторую несет. Простой, однако. Хотя вот тут народ, который приставки делает, не стоит. А, вот дед стоит. Ему не хватает... Вот именно этих плат из этого угла ему не хватает. Так, опять меня тащит куда-то вверх. Игра, что тебя плющит и таращит? Ну ладно, куда ты уедешь? Ты в город попрешь? Не надо. Вот так давай. Игру глючит, игра прет вверх. Я отпускаю, она все равно прет вверх. Я могу только удерживать кнопкой вниз ее. Отцепить камера. Я вниз-то не могу. Давай привяжем ее к человеку и будем ходить по удержанию кнопки вниз. Я не знаю, почему игра прет вверх, ее багует, видимо. Но я отпускаю, вот он, и он... Все, во, застрянет тут и все. Так, прекрасно. Нет, не прекрасно, потому что я не могу туда никуда упереться, туда пройти. Вот так. Ну и чё? О, отлипло. Нормально. Так. Ну давайте тетке заменим верстак. Потому что зеленая схема делается электромонтажным... Нет. На базовом? Черт с два. На химическом. На 0, за 0,27. А на рядом деревянном? Вот и все. Давайте ее заменим. Тыц. Химический стол. Зеленая схема. Тебе нужен пластик и металл. И вот возьмешь сама. И да, неси туда. Так, где ты, безработная? Слушайте, она куда-то свинтила. Кто ее тут безработную из-за этого стала? Вот она. Фигач. Снабди их всех пластиком зеленым. Все, она теперь делает быстрее. Там будет снабжение прям. Ух. Блин, опять. Я чуть-чуть сдвинул, она опять вверх ломанулась. Так. Где еще не хватает? Кто стоит, курит? У этих завал. Ну все, поправили. Нормально. А у нас сейчас охлаждение закончится. Час. Час, господа. Ну как можно ее не залипать, да? Сидишь, налаживаешь. Красота. Такое времяпровождение. Как сказать? Медитативное. Так. Тут низковатая эффективность. Да-да-да, там очередной этап. Мои товары стали хуже, потому что... Ой, блин, у кого-то товары стали лучше. Ладно, это мы переживем. Тут эффективность, ну, эффективность, да, надо. Малый вентилятор, отлично.
Следующее исследование. Программируемая схема, корпус с окошком, а мы его исследовали. Пайт или, ну вентилятор есть, пайт или не, ладно. Простой редуктор. Не знаю, зачем нужен. Акустический поролон. Кошмар. А, это без шума, чтобы. Программируемая схема, это больше мозгов. Но у меня то есть мысль вот это сделать. 410 будут голодать долго, да. Но это надо. Потому что нам нужно идти в улучшение калькуляторов. Давайте посмотрим, что у нас вообще на рынке творится. Там же сменилось. Пока держит позицию. Это вообще приставка вышла просто the best. Робота. С роботом надо что-то делать. Наш робот немножко не тянет. Слушайте, для робота нужен новый корпус тогда. Ну, там был корпус с окошком. Но мы до корпуса робота не дотягиваем. А что я там могу сделать? Я могу только эту исследовать. Двойной пакет батарей. Больше мозгов, регистры. Большой отсек. Он ставится в отсек. Ладно, нормально. Ну что ж, господа. Час почти. Давай на этом закончим. Пишите комменты. Жмите что-нибудь под видео. Всего хорошего и до новых встреч!